Скажите, слышали вы что-то, как узнали о взрыве? Нет, О хлопке? Я с магазина шла домой, подходила ближе, смотрю, подъезжает одна машина, вторая, третья. Ближе начала подходить, но уже страшно стало, что случилось. Зашла за дом, сейчас смотрю, в огороде стекла, окна лежат. Зашла за дом, а там вот взорвалось, уже потушили все пожарное. Наверное, у вас есть какие-то соседские чаты, что писали про очевидцев, про погибшего? Да, в основном все то же самое, что в социальных сетях пишут, что была утечка газа, позвали, вызвали службы, и вот один погибший, это газовщик. Сильно пострадал ваш участок? Да, дом как расстрелянная стена, и вот что заборчики. Все в стеклах теперь весь двор. Спасибо большое.